Не, ну вы что бабу-то растянули на 2 месяца? Я тут вообще не при делах. А инфляция? А лайки подорожают? Что делать тогда будем? В общем, мы дошли уже до лесного уровня, и сегодня мы пройдем, пожалуй, я думаю, уровней 5. Больше не надо, потому что у меня от этой игры у меня башка взрывается. Хватит нафиг. Начиная с 1 уровня. Самое главное, нам нужно уяснить, что в этой игре мыслить нужно нестандартно. Так, что у нас имеется? У нас имеется Кеки, это ты. Надо же, мы не баба. Вода, это стоп. У нас появилась новая, смотри, механика. Belt is shift. Belt это вот этот эскалатор, скорее всего, да? И он shift. Если мы shift уберем, скорее всего, мы пойдем, да, мы против шерсти начинаем ходить спокойно. Смотри, появилась у нас дорога на скалах. У нас есть кнопка push. Давай кнопку push поставим на belt. И, о чудо, мы двигаем эскалатор, и он сразу же меняет направление. То есть мы теоретически можем зайти... И можем всего две секции вот этой штуки толкнуть вот на эту стенку. И вот как нам кажется по стандартному-то нашему мышлению, что эта стенка у нас... Да, она проехала, и мы что, прошли? Нет, мы взорвались. Идем назад. Идем назад. Что-то мы сделали не так. Поскольку всего у нас тут немного, и белт у нас сейчас прозрачный, мы попробуем собрать текст сверху этого эскалатора. Это позволяет нам подвинуть все секции вниз. 1, 2, 3. А теперь мы уберем push и поставим сюда shift. И посмотрим, что произойдет с нашей стенкой. Вот стенка уехала. Так, а теперь мы, да, теперь мы можем пройти. У нас появилось... Извиняюсь, надо слово is убрать. Чтобы мы просто ходили вот по этому эскалатору, и он нас никуда не пихал. Победа! Куда ты жмешь, блин? Выйди на карту. Второй, идем во второй уровень. Пройдем 5, я говорю, пройдем 5. И мыслим нестандартно. Главное правило, мыслить нестандартно. Если есть очевидный вариант, вот смотри, например, у нас есть ключ открывает, у нас есть дверь закрыта. То есть ключом мы можем открыть дверь, мы не можем открыть дверь, потому что ключ надо пуш. Но надо не торопиться толкать дверь. А мы сквозь нее проходим. А дверь же закрыта, а чем мы сквозь нее проходим-то? Не понял. В любом случае, нам нужно достать слово win. На слово win у нас находится за стеной. Соответственно, мы можем слово закрытое поставить на стенку. И тогда мы сможем ключом открыть стенку. Давай попробуем исполнить. Слово закрытое. Толкаем к стенке. Подрезаем где-нибудь букву из. Из мы берем либо у ключа, либо мы берем у двери. Давай у двери возьмем. Взяли у двери, теперь ключ мы толкаем. Только не взорвись об дверь, только не взорвись. Да, смотри, толкаем, открываем слово «победа». А теперь нам надо просто слово «дверь» сделать победой. Не знаю, какими зигзагами это лучше толкать. Теперь надо опять подрезать где-то слово «из». Нам теперь вообще... Да нам любая «из» подойдет. Берем ту, которую таскали уже. «Дверь» — это победа. И это победа! И это уже не в первый раз, да? Первые пара уровней у нас начинаются легко, а потом начинается. Идем в 3-й уровень, что-то их разбросали, смотри, туда-сюда. Нельзя было вот пронумеровать их всех вот тут, вот в кучку, в одну-то сделать-то, а? Заходим, идем. Частная собственность. Вот, у нас опять кеки. Читаем. Опять belt это shift. Дерево это тянуть. Где дерево? А, это вот это вот дерево. Это мы тянем. Сверху у нас гриб. Который плавится. А еще мы видим, что в грибе флаг, а флаг это победа. А дерево горячее, соответственно, нам нужно дерево, чтобы сжечь гриб, чтобы получился флаг. И вот смотри, как бы нам, мы тянем, да, дерево. Если мы дерево потянем, мы с ним вот здесь вот, скорее всего, застрянем. Потому что, да, потому что нельзя так решать в этой игре никакие головоломки. Мыслить надо нестандартно. Нестандартно, никак иначе. И что же мы куда потолкаем? У нас есть belt is shift, мы можем через вот этих жуков пробовать собирать фразы. Дерево мы туда уже не тащим, мы это поняли, уяснили. Если мы будем тянуть эскалатор, секундочку тогда, у меня появляются идеи уже, прикинь, так рано. Если мы сейчас возьмем belt is pull... Тогда мы будем тянуть вот эту штуку. И мы вот этой штукой сможем... Смотри, мы дерево таскаем.
Ты понял, да, меня? Что я имею сказать? Ну, мы притащим с эскалатором дерево, и теперь мы дерево можем, типа, поднять, но нам надо теперь слово «дерево» собрать. Три. А, стой, в одностороннем порядке мы можем собрать же фразу «дерево». Три и спун. И потащим дерево, и взорвем деревом гриб, и возьмем... Флаг мы не взяли, надо дерево убрать. А дерево убрали, взяли флаг. Третий уровень прошли. Нестандартная мысль. За 15 минут должны сегодня уложиться. Не должно быть длиннее видео. Это вредно, это нельзя. Идем в четвертый уровень и мыслим нестандартно. Бабас doesn't respond. Так, у нас опять, мы что-то кеки много играем, а бабу, смотри, бабу толкаем сегодня. У нас баба — это толкать. Кеки — это ты. Дверь — стоп. Справа мы видим, что у нас нельзя пройти через траву, через деревья тоже нельзя пройти. Вот мы можем толкнуть фразу. Дверь взрывается, но у нас появляется новая фраза, называется «Read is defeat». Read — это что? Типа мы сейчас пройти не можем, мы взорвались, смотри. А вот так вот мы не взорвемся, да? И у нас есть слово «move». Это опасное, страшное слово, я его боюсь. Это «move», значит, нам надо будет двигать бабу, скорее всего. Будем тогда выдумывать, нам надо тогда сделать так, чтобы баба, вот мы ее толкать можем, да? Чтобы баба толкнула вот эту фразу в тот момент, когда мы будем находиться наверху перед дверью. Это мое решение такое, я так подумал, я так решил. А давайте сделаем так. Но это я не сказать, что нестандартная мысль. Я сейчас буду строить дорогу из вот этих вот стрелок. Баба пойдет... Куда ты пойдешь? Вот так у нас баба пойдет. И нам надо, чтобы баба пришла издалека. Потому что мы будем мув из угла тащить. Мы мув будем из угла тащить. А с другой стороны, почему нет-то? Если мы поставим здесь стрелку, направим бабу. Так, собираем фразы теперь возле слова мув. Белт я не буду двигать, я его оставлю так. Мы сделаем баба. Это мув. Баба пойдет. Она все взорвала. Нет. Нам надо как-то удлинить путь бабе. Баба должна идти гораздо дальше. Для этого мы знаешь, что можем сделать? Мы сказать баба из пуш. Бабу повернуть. На слово пуш. Сами. Вот это вот отодвинем. Уберем. И вместе с бабой на перегонки мы теперь... Баба, сучка, будет быстрее. Одного шага не хватило. Короче, я тут провел полную реконструкцию. Теперь у бабы будет очень длинный путь. Мы успеем пойти посоревноваться на перегонки с бабой. Помимо этого, у нас даже еще останется время. Можно будет ее подождать даже постоять. Давай, баба, быстрее. Все, дверь открыта. Пятый уровень. Быстро у нас сегодня получается. Нифига себе, быстро. За 15 минут укладываемся, тем не менее. Патрол. Это вот этот патруль. Патруль, наверное, имеют в виду. Вот они, черепа ходят, гуляют. Ну, гуляют. Что у нас есть? Изучаем карту. Дерево толкать. В двери есть дерево. Дверь слабая. Флаг победа, дерево есть дерево, черепа уничтожают, текст летает, черепа двигаются. Первое, что бросается в глаза, мы можем дверь толкнуть на черепа. Вообще, у нас как бы поле для маневра не очень большое, у нас несколько фраз, которыми мы можем двигать, нам надо с ними что-то сделать. Если мы дверь толкнем, сейчас дверь превратится в елку. Нет. А, потому что сик не толкнули. Сик толкнули, дерево... Дерево стало елкой. Но черепах ходит. Черепах ходит. А что дальше? А мы как дерево... Ой, они мне опасны? Опасные, черепа опасные. И что? Дерево — это дерево. Дерево мы не можем сделать дверью. А зачем нам делать дерево дверью? Мы сможем сделать... Дверь деревом. Зачем? Это я знаю. Давайте, не мельтешите мне перед глазами. Мы можем сделать... Дверь... Вот она появилась. Ничего не понял.
надо нестандартно мыслить. Надо просто, знаете, понимаете, надо что-то делать нестандартное, чтобы вот этот вот патруль убрать, да, вот видишь, он ходит какой обезбашенный, чтобы его убрать, надо нестандартно мыслить. Я говорю, нестандартно. То есть решение должно быть логичным, но оно не должно сразу бросаться в глаза. Я не знаю, например, что-то надо левое сделать, обязательно левое, в воду залезть. Мы реально по воде ходим, в воду залезть. Или у меня вот другая есть идея, смотри, берем вот так. Не помогло. А, блин. Смотри, как можно сделать. Стой, я понял. Это я, скорее всего, калории в голову ударили. Я теперь сообразил. Смотри. Дерево у нас будет слабым. И у дерева будет дерево. Мы уже этот прием использовали в каких-то других миссиях. Смотри, вот. Это элементарно, оказывается. Надо было только пакетик кофе сожрать, блин. А теперь, ну, мы об дерево взорвемся, нам его надо отключить, да? Совершенно верно. Дерево мы отключаем. А все, сквозь дерево ходим, и флаг, я надеюсь, он победит. Флаг победился, хоть без этого лишнего было, да, когда флаг стоит, а взять нельзя. О, вот, 5 уровней прошли. Давай еще один пройдем. А между прочим, кофе в сухомятку вкусно, если что. Опять какая-то механика новая появилась. Смотри, есть слово up. У нас есть привидение, есть слово up. Что это up слово значит? Кому мы его можем применить? Давай слово up толкнем на слово belt. Это мы пройти не можем. Нажимаем up. Вот стрелки повернулись вверх. Что это нам дает? Ничего это нам не дает. Вот внизу есть флаг. Так, какие-то цветочки, мы об них взрываемся. А, вот эту бы штуку нам бы как-то толкнуть, а мы сквозь нее, видишь, ходим. Давай соберем фразу «баба». Это shift? А почему баба не это push? Почему баба это shift? Я пытаюсь собрать фразу. Если это будет сейчас что-то двигать... Баба shift двигает тут, двигает привидение. А, и сейчас вот эту штуку мы толкнем на привидение, я так понимаю, да? А... Не понял. Или привидение толкнуть на эту штуку? А, я понял, зачем нам слово up нужно. Смотри, мы толкнули вот эту штуку вниз. Теперь мы слово up толкнем, чтобы стрелка повернулась вверх. Нам надо belt из... Запутался. Belt is up. Толкаем призрака. Теперь нам надо belt is shift. Ой, я что-то неправильно сделал туда. Напутал чего-то. Belt is shift. Вот. Призрак уехал. Теперь мы можем призрака вытолкнуть. Призрака выталкиваем. А призрак у нас горячий. Призрак горячий. А цветы у нас уничтожают. И плавятся. И сейчас флаг взорвет, да? Нет, не взорвался. Смотри какой. Я думал, скотина, а он не скотина. 6 уровней из планируемых 5. Вот это мы пошли в так. А если хотите, чтобы вот это веселье продолжалось у нас как можно чаще, вы знаете, что делать. Вас теперь много. А еще отдельное спасибо спонсорам. У меня их целых 2 на канале появилось, представляешь? Напишите что-нибудь спонсору. У вас такие красивые должны быть там тексты, шрифты и какие-то значки еще. Я еще сам не знаю. А если хотите увидеть полное видео, вот здесь вот кнопка. Это я для тех, кто будет смотреть шорт. Они не знают, где кнопка. Она вот здесь вот всегда, эта кнопка появляется где-то. Ну вот тут, да. На нее нажимаешь, появляется полное видео. Вот. А на сегодня все. Спасибо, что пришли. Приходите еще. И пока инфляции, наверное, нет. А нет, вообще-то есть плюс сотка, короче. Кто понял, тот понял. А я откланиваюсь. Спасибо за внимание, за комментарий и за эти самые пресловутые лайки, которые вы растянули на 2 практически, блин, месяца. До скорого.